Алло? Мои поздравления, вы отобраны для участия в уникальном игровом шоу. Ваша задача — пройти 13 испытаний. Убейте муху. Вы за мной наблюдаете? И $1000 отправится на ваш счет. Получим перевод на $1000. Фига себе. У вас долгов на 90 тысяч, и вам нечем кормить семью. Мы готовы решить ваши финансовые проблемы, если нажмете единицу. Каждое испытание сложнее предыдущего. Вы готовы? Рискни всем! Эллиот, что происходит? 50 тысяч получено. Мистер Воглер, я из полиции. Забудь про страх. Какой-то маньяк разгуливает на свободе. Начнем собирать подвиги. Да я ничего этого не делал. То есть вас двое, что ли? Есть еще один игрок. Я меняю правила. Думаешь, опасности нет? Думаешь, это игра? От режиссера «Последнего изгнания дьявола». Это уже не муху прибить. Некоторые участники считают, что можно выйти из игры. Но выход один. Провалив очередное испытание, вы потеряете все. После 13-го конец. Этой весной. Истинная цель игры. За каждый грех назначат цену. Показать, что любого человека можно превратить в монстра. «13 грехов».